куда нам идти? Театр Вахтангова, Москва. И пожалуйста. 1200. Театр находится на Старом Арбате. Сегодня спектакль «Евгений Онегин» со знаменитыми актерами. С Гуськовым, с Маковецким в ролях. Евгений Онегин. Третий этаж театра Вахтангова. И тоже буфет. Первый звоночек уже. Прозвучал первый звонок. Сразу наболтаете? Наболтаю, хорошо. 400 рублей. А, и бутербродик с сомой? 650. Программка к спектаклю выполнена в форме писем Татьяны к Онегину. Очень интересно. Поверьте совестом порукой, супружество нам будет мукой. Я сколько не любил бы вас, привыкнув, разлюблю тот час. Начнете плакать, ваши слезы не тронут сердце моего, а будут лишь бесить его. Жена моя, так ты
Жена? Не знал я ранее. Давно ли? Около 2 лет. На ком? Наваривали. Татьяне? Ты с ней знаком? Я. Им сосед. Тогда пойдет. Тебя представлю. Онегин, добрый мой приятель. Любви все возрасты покорны, но юным, девственным сердцам ее порывы благотворны, как бури вешние полям. Дожде страсти они свежеют, и изменяются, и зреют, и жизнь могучая дает, и буйный цвет, и сладкий плод, но возраст поздний и бесплодный на повороте наших лет печален страсти мертвый след. Уже, да, самая Татьяна, та, которой он хранит письмо, где сердце говорит, где все наружу, все на воле, да. Девочка? Или это сон? Та девочка, которой он пренебрегал в смиренной доле, уже с ним, сейчас была так равнодушна, так смела. Предвижу все. Вас оскорбит, печальной тайной объяснит. Какое горькое презрение ваш гордый взгляд изобразит. Чего хочу? С какой целью открою душу вам свою? Какому словному веселью, быть может, повод подаю. Случайно вас когда-то встретил, вас искру нежности заметил, я ей поверить не посмел. Привычки милой не дал ходу свою постылую свободу. Я потерять не захотел. Еще одно нас разлучило. Несчастной жертвой Ленский пал. Это всего, что сердце умело свое сердце оторвал. Чужой для всех, ничем не связан. Я думал, вольность и покой замена счастью. Боже мой! Как я ошибся! Как наказан! Нет, да так не быть! Я сам себе противиться не в силах более. Все решено. Я в вашей воле и предаю своей судьбе! Довольно! Вставайте. Я должна вам объясниться откровенно.
Онегин! Помните тот час, когда в саду аллеи нас судьба свела, и так смиренно урок ваш выслушала я? Сегодня очередь моя. Я вас прошу, меня оставьте. Я знаю, в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. Я вас люблю. Чему вы хотите? Но я другому отдана. Я буду век ему верна. Евгения Вахтангова на Арбате. Да ну, а вдруг это будет каким-то рядом. После замечательного спектакля Евгения Онегина гуляем по Арбату. Настроение вообще зашкаливает. Замечательный спектакль. Очень хорошая постановка. Много всяких номинаций, премий у этого спектакля. Так что москвичам и гостям столицы очень рекомендую сходить. По-моему, следующий спектакль Евгения Онегина будет в декабре, в начале декабря, насколько я точно помню. Что не вы ближе чуть-чуть подходите? Давай. Вы не бойтесь, у нас прививки от гриппа есть, не переживайте, подходим. На 1000 рублей, которые остались. Зайдем в дорогой ресторан и закажем 3 курочки хлеба. А как раз в Прагу зайдем. Вечерний Арбат. Заморозила ребенка, который ждал тебя 20 минут около театра. И хватаешь. Там телефон разговариваешь. Финя, Кристи. Что?
Господи, не выговоришь.